1.08, перемотай на 18.30. А, окей, ложка 1008, сейчас посмотрю. О, блять, боже, это Кузьма Юлик. Это Юлик и Кузьма. Ну, ребята, ну мне не 12 лет, мне 14. 18.30. Считаю, через полтора года будет ебать YouTube. Чувак. Слушайте, блять, он так это с таким акцентом произносит, слушайте. Через полтора года будет ебать. Прям. Четко. Рипер 2004. Чувак, да. Блять. Любит гулять, ебать. Юлик орёт. Русский ютуб. Я просто охуел. Друзья, вот просто после стрима посмотрите видосы Крипера. Да, после стрима, ребят, посмотрите видосы Крипера. Он просто перевернёт игру. Он супер смешной, он супер оригинальный и талантливый чел. Вот он, блядь, очень крутой, нахуй. Он уже ебёт, блядь, с гайдами по папкам, это пиздец. Никого, ребята, никого не ебу и не собираюсь. Я просто спать хочу, не могу сейчас реагировать ни на что адекватно и что-то говорить. Ну, окей, все, смотрим. Ну, потихоньку он ебет, да. Но у него есть еще очень смешные видео. Вот мой топ его видосов. Это ASMR, пью пиво. Netflix пьем. Охота крепкая и ругаюсь на Америку. Какой охота, Балсика? Топ 10 дебильных имен. Третий видос, это, короче, обзор на Саратов. Ну ладно, топ-3 пока что будет. Отличный канал, я просто охуел. И все крипера, блядь, это в чат пишу. Таких людей... Вот этот, блядь, Filthy Friend, но российского разлива. Вот он прям очень крутой чувак. Я уже его показывал, блядь. Поняли? Когда пытался создать папку, блядь. Поэтому зайду, посмотрю, блядь, включил там, да, чувак 4 часа объясняет. Я, блядь. Так, ну все, там больше ничего нет. Спасибо, Кузьма, спасибо большое. Зачем я это говорю? Ну, я ему благодарен, серьезно. Ну, я ж не буду обзываться там, блядь, что я несу, пиздец. Короче, спасибо, Кузьме. Спасибо, ложка 1008. Спасибо, Кузьма. Юлик, спасибо тоже. Крипер 2004? А что он там сделал? О, он, кстати, стримит. Штурм зоны 51. Реальные кадры. Зайди на стрим Братишкина. Кто такой Братишкин? Чё вы троллите, блядь? Братишкин? Братишкин? Блядь, серьезно что ли? Я сейчас проверю сейчас. Братишкин. Братишкин. Крипер 2004. Где Братишкин, блядь? На Твиче? Блядь. О. Тихо всем. Блядь, сука, тихо. Дайте послушать, блядь. Тихо. Я могу, в принципе, позвать на помощь людей. Да заткнитесь, блядь! Тихо всем! Ребят, это лучше, чем Элиди, честно. Дайте посмотреть, блядь! Тихо, блядь! До встречи! Я на самом деле не собираюсь возвращаться. Я просто так сказал, чтобы его обнадежить. Всем сейчас привет, я наконец-то вернулся домой. Сейчас посмотрим материал отснят. Да блядь! Заткнитесь! Сука, тварь, чтоб ты сдохла, блядь, гнида нахуй, сука, блядь. Настоящее правдивое лицо, вот гуманоидное. Это чудик, вот мутант НЛО. Мутант! Вот. Это его строение организма, вот нога. Правая, вот левая. Так вот это его руки здесь. Нет, левая, блядь, правая. Вот вторая рука. Чё? Не понял, что он доебался. Можно рассмотреть... Братишкин, привет, братишка! Я твой фанат! Блядь, заебали, сука. Тихо, блядь! Что? То есть, чуваки, это смотреть мы точно не будем. Но я уверен, Ржака. Ржака, да. Так, ладно, я думаю, он больше не будет смотреть Крипера. Го еще Крипера! Пишите, ребят, пишите Крипера! Заходите к нему и пишите Го еще Крипера, 10 тупых имен. Ребята, пишите ему Го топ 10 имен смешных. Пишите этому, блядь. Блядь, все время забывал, как его никнейм. Братишкину, ребят, пишите Го тупых имен 10, что-нибудь. А то он только один ролик посмотрел. А я хочу это, увидеть живую реакцию. Это, блядь, сука. Извините за мат, мата больше не будет. Так, я сейчас посмотрю сам ему. Все ясно. Посмотри. Крипер 2004. Блять. Рейд от Крипера, ребята. Пишите ему рейд от Крипера 2004. Посмотри, Крипер 2000... А чё у меня никнейм-то? Я же... Так. Крипер 2004. Рус попробую. Пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну.
Че не вводится? А, не существует. Так, МБ это? Ёбаный роут. Бля, ты, сука, кантон. Блять, ребята, пишите братишкину. Это рейд от крипера? Ну-ка, стоять тогда. Это кого он рейдит, я не понял. Сейчас сам зарейдую. А, не существует. Удачи создать аккаунт. Так, давайте его зарейдим, наоборот. Бля, ты, сука, кантон. Блять, ребята, пишите братишкину. Ребята, между прочим, я считаю, что ему нужно записать ролик, как зарегистрироваться на Твиче. С подробным гайдом. Сам... Погнали. Ну-ка до косаря лайкосов дотяните ему. Как войти на Твиче. О, слушай, он смотрит. Братишка, привет, братишка. Хай. Привет, братишка. Привет, привет, братишкин. Привет, я пытаюсь зайти. 1, 2, 3, 4. Привет. Привет, привет. Мы с тобой общаемся, как по скайпу, только задержка с буферизацией. У нас больше задержка в развитии какая-то, давай, мы же мы... Сейчас давай, просто будет... Слышишь? Да, я тебя слышу. Сейчас будет полный трэш, у нас будет такая рекурсия лютая со звуком. Задержка в развитии какая-то, мы же мы... В каком развитии? Братишка, привет, знаешь Юлика на ютубе? Сейчас... Меня троллят или что? Рекурсия? А что это значит? Меня троллят, я попал на тролля. Нет, 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 я тебя не троллю, я просто очень рад, что ты меня смотришь. Тебе не троллю, я тебе клянусь, я тебе не троллю, я просто волнуюсь. Не, это какой-то пиздец, чуваки. Это очень сложно. Я думаю, его надо на стрим потом позвать. Как вам такая идея? Молодой, я тебя приглашаю в скором времени. Да, давай, я тебе даже заплачу. Молодой, я тебя приглашаю в скором времени. Окей, а как тебе написать? Как с тобой связаться? ВК мне напиши. Владика, привет, лью тебя. А как тебе написать? Так, блядь, я сейчас с ним сам свяжусь, погодите. Я напишу. Есть ВК его? Крипер 2004, мой никнейм, напиши, если что мне. Я тебе напишу сам. Давай, ладно, все, хорошо, забились. Вот так и происходят коллабы, чуваки. Пу! Вот так, все просто. Все, мы ждем, пока он нам напишет. А пока надо спидарда смотреть. Спасибо за рейд. Ребят, подписываемся на Крипер 2004. Я плачу деньги, 1 рубль за подписку всем. ВКонтакте напишите мне 1 рубль. Напишет. 1 рубль за подписку плачу. А пока надо спидарда смотреть. Спасибо за рейд. Спасибо большое. Мой ВК. Конечный топ, я хочу уже посмотреть, что там в конце получилось. Владимир Братишкин. Очень неплохо. Я тебя добавил, Братишкин. Блять. Ладно, сейчас попробую по новой. Все, братишки. Блять, братишкин, я тебя добавил. Он что, меня затроллил, блядь? У него никнейм закрыт. Ребят, напишите, чтобы он добавил Артём Пузо. Так, он меня добавил? Да. Добавь Артём Пузо. Артём Пузо добавь. Артём Пузо. Ой, я единственный друг, это точно он? Да, походу он. Я единственный друг. Все. На самом деле, чуваки, пора заканчивать. Что происходит? Так что сегодня я вас жду. Что происходит? Что происходит? Только я сегодня не могу допустить, к сожалению. Сегодня я вас жду. Что происходит? В основном будем проходить новый Вольфенштейн. Меня братишкин друзья добавил. Чтобы модеры распалили. Я теперь друг братишкина. Что происходит? Вовремя. Ребята, подписывайтесь на канал. Что происходит? Я ничего не понимаю. Все, я удаляю канал. Все, спасибо, кто... Как, блядь, удалить? Как канал удалить? Настройки. Ой, блядь, сейчас мои данные все... О, канал удалить. Кто хочет, чтоб я... Кто хочет, чтоб я удалил канал... Так...